Вчерашний. Вчерашний не покажите, да. Эти же жилетки, но беленькие. Ну, я небольшую экскурсию с вами проведу. Да. Наша школа была основана 1 марта 1869 года, как земская, начальная, и имела первоначально 30 мальчиков, то есть была создана как мужская. А затем в первый же год обучаться стали девочки, и школа превратилась в смешанную. В 1932 году школа стала основной, и в 1968 году школа стала средней. Школа наша в селе, в округе была одна из первых, и значит, село наше было основано, школа имеет связь, конечно, с жителями села, и оно было основано у нас в 1664 году, первое поселение Богородского района. Вот здесь вы можете видеть на картинах Андрея Михайловича Широкова. Мы с ним сотрудничали, и в дружественных отношениях в школе была организована его выставка вот здесь в фойе. Дети с удовольствием смотрели. И подарил школе картины, которые вот есть перед вами. Это виды населенных пунктов, пейзажи всевозможные. Ну и, конечно, он у нас работал на пленэре.